Мэри, привет. Хей, Константин, давай обзор на стропон. Или обжор. А еще давай обзор на свою сексуальную ориентацию. Я думаю, комрадам будет интересно. Кстати, в каком возрасте ты осознал себя как бисексуала? И правда, что ты встречался с Кириллом, Виджей, Линком, Зырьяновым, но вы расстались из-за несхожести характеров. Удачной стропонизации. Спасибо за донат. Но правда, мне кажется, вы ошиблись. Меня Влад зовут. Вот это правильно, лёжа до 200, чтобы не уставать. Около психоза. Я только сегодня об этом думал. Но это, видимо, будет вечно. Либо нужен мощный приток новых зрителей, там, не знаю, 1000 новых человек, например, да, и они бы сильно разбавили вот это все, и меньше глупостей было бы. Ну, наверное, ну, другие глупости, наверное, были бы. Влад, сколько стоят в Греции манерные трансики? Спасибо за донат. Пресса у меня нет, ну какой пресс? Я же еще худею. Когда купался последний раз, дату не помню, но один раз за лето.